Организация «Дети – наше будущее» совместно с Псковским отделением Союза художников России объявляет о начале рождественского благотворительного марафона, сообщает информационное агентство «Руньюз». В рамках акции «Новый год 2014» организаторы соберут средства на новогодние подарки для детей из многодетных, малообеспеченных семей, детей-инвалидов. Благотворительные средства, новогодние подарки, принадлежности для школы, одежды, обувь, развивающие игры, спортинвентарь, продукты, средства гигиены – все это готовы принять и передать нуждающимся. Акция продлится до 20 января 2014 года. Телеканал ТБН начал подготовку к рождественскому марафону. Зрители телеканала ждут интереснейшие рождественские программы, эксклюзивные гости, поздравления и самые последние новости со всего света. Рождество – это не только большой праздник, но и таинство, в котором всех объединяет. Следите за анонсами телеканала ТБН.